Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Слобоспицкий Данил, игрок команды Печенцы. Поздравляю вас, вашу команду, с победой. Расскажите, пожалуйста, как она далась, что получилось по игре, что не получилось. Ну, если честно, первая игра, только собрались, вроде не все неплохо. Пытаемся играть в футбол, не бить его просто так, этот мяч. Ну, результат видно сразу какой, много забитых голов. Ну, команда не самая сильная, конечно, была, но будем ждать хороших, сильных игр. Мы не просто так собрались, хотим выиграть, постараться, по крайней мере, и просто для удовольствия собираемся. По судейству что можете сказать? Все отлично, все нравится, все неплохо. Я понял, спасибо, еще раз поздравляю, удачи в следующих матчах. Спасибо, до свидания.